Добрый вечер, дорогие друзья. Вот заканчивается еще один период нашей жизни, вот нашей семьи. Вот, ну, у нас так получилось, что с 31 января мы все переболели коронавирусом в легкой форме. Ну, надеемся, что это омикрон. Вот, и хотел бы отметить вот отличную работу центра «Триумф». Вот я уже публиковал пост вот у себя в блоге и в дневнике о том, как там четко организована работа. Также хочется поблагодарить всех, кто связан с телефоном 122. Четко принимаются заявки. Вот, и эти заявки выполняются больницами. Вот, и хотелось бы поблагодарить вот республиканскую больницу номер 3. По улице Кирова, вот, и городскую больницу номер 3, вот, по Сергелявскому шоссе, по улице Лермонтова, вот, за четкую организацию работы. Ну, чувствуется, что прошло почти 2 года с момента начала пандемии коронавируса, вот, работа поставлена. Вот, и алгоритм работы уже полностью отработан. Вот, и хотелось бы также поблагодарить руководство России в том, что сейчас амбулаторным больным также предоставляются бесплатные лекарства. Вот, и, конечно, лекарства предоставляются исходя из возраста, вот, из сопутствующих заболеваний, которые имеются вот у больных коронавирусом. Вот, и самое главное то, что омикрон проходит достаточно быстро. Вот, у нас температура была в среднем 3-4 дня. Вот, ну, мучил сильный кашель. Вот, но сейчас стало легче. Вот, и получается, что коронавирус, который первое время был неизвестным заболеванием, потом в прошлом году штамм Дельта стал действительно опасным, смертельным заболеванием. Сейчас вот в новом виде, в новой ипостаси омикрона, это сильный ОРВИ. Будем надеяться, что пандемия будет стихать. Вот, дай бог, будем возвращаться к нормальной жизни. Вот, и я надеюсь, что все те вот ограничения, которые существуют, вот, они будут постепенно сниматься. Вот, спасибо за внимание. Ага, вот я очень рад чувствовать себя здоровым. Это такое исключительно хорошее состояние души, когда ты чувствуешь себя не больным, а здоровым. Спасибо. До свидания.